Ну да, я уже четвертый раз, получается, на сборах пресезонных. Здесь второй, получается, как бы, ну, все уже привычно, наверное. Там, и ребята иногда что-то спрашивают, пытаюсь им что-то подсказать. Не, ну, они спрашивают, там, такие бытовые вопросы, там, когда, там, куда форму, такое. А так, все нормально. Ну, конечно, сейчас, если оглядываться, кажется, что все прошло очень быстро, а если подумать, очень долго все это было, происходило. Сейчас, наверное, еще сложнее начинается период, тяжелее, нужно доказывать, что я должен находиться здесь. Наверное, мне в прошлом году помогало, потому что я часто переходил в Суперлигу, играл, возвращался, также в молодежке, везде одинаковая комбинация была. Ну да, это не шутка, Андрей Николаевич действительно назвал такие имена. За кого Хиггинсом сравнивал? Ну, это так более, наверное, в шутку. Какие у меня были эмоции? Ну, я сначала был шокирован, потому что, не знаю, я только недавно пришел в клуб, меня никто не знает, я никого не знаю. Я вообще не понимал, как такое возможно, для чего я там, но на самом деле это было потрясающе, потому что, когда, ну, у тебя сезон идет, и ты наблюдаешь за ВТБ, и смотришь по телевизору, там, на трансляциях, ну, такие команды такого уровня, и сейчас я стою здесь, как бы, да, с ними тренируюсь, могу общаться с ними, это, ну, для меня многое значит. Где-то английский меня вообще прям подкосил, потому что я как бы плохо его знаю. Вот, и тут смена вообще всего, и тренерского штаба, и нагрузки, и контакта. Вот. Ну, для меня был неожиданный английский язык, конечно. А так, в принципе, баскетбол, он везде баскетбол, просто разные акценты у тренеров, приоритеты. Конечно, я смотрел преимущественно именно за ЦСКА, потому что это самая титулованная команда в нашей стране. Мой отец много мне рассказывал о всех баскетболистах, которые играли ранее за ЦСКА и до сих пор рассказывает. Много рассказывал о Сергее Юрьевиче Панове, о Тараканове, о всех, о Едешко, как сам ходил на баскетбол, когда приезжал в Москву маленьким. Это колоссальный опыт, которым нужно дорожить, и он в любом случае поможет в играх с нашими сверстниками и в Суперлиге нам. Мы будем больше уверены в себе. И даже просто по присутствию на тренировках это просто колоссальный опыт. Ну, лично для меня никаких проблем нет. Баскетбольные термины, в принципе, простые, их легко запомнить на английском языке, так что никаких проблем я не вижу.